Всем привет, друзья, с вами Маламадрас, и сегодня мы будем играть в Rainbow Six Mobile. Своеобразная мобильная версия Rainbow Six Siege на ПК. И да, я помню прекрасно те самые замечательные деньки, когда мы с вами играли в Area of 2, полный клон Радуги на ПК, только немножечко с измененными картами, противниками. Я не плачу, ностальгия в глаз попала по тем самым видосикам, я даже тогда отдельный канал создал для этой игры. Эх, да. Но Ubisoft так или иначе решили сделать свою версию игры, и мы сейчас с вами будем на нее смотреть. Я откопал ее на просторах интернета. В моей телеге я оставлю ссылку на то место, где я скачивал. Захотите, сами попробуйте. Без всяких VPN-ов все нормально работает. Нас сразу кидают в обучение. Говорят, что делать. Не люблю, когда нас сразу кидают в обучение, потому что нифига не настроить. Хотя, может быть, и можно. Подожди, сеттинг. Нет, тут можно настроить. Ну, контроль. Единственное, что только сенса, аудио. А само управление мы настроить пока не можем. Графику не можем. Ну, то есть бесполезно. Ладно, хорошо. Поехали. Ну, пока вроде я чувствую, что 60 FPS точно у меня есть. Куда идти-то? Угу. Пойдем. Ну-ка. Давай. Бим. Давай-ка. Бам, с ему. Бам-бам-бам-бам. Давай, перезаряжайся. Ой. Да, не люблю вот эти вот, типа, объяснялки, что нужно делать. Как будто я не знаю, что делать. Ё-моё. Хотя, может, кто-то и не знает. Давайте дрончика пустим. Поехали. Ну да. Вот оно. И я могу, типа, сразу его прострелить, да? Я понял. Бамс. Такой легальный ВХ. И тут сейчас еще что-нибудь сделаем, да, наверное? Так, у меня слэдж, да, я так полагаю? Вот, бам, съемно. Погнали. А, это так работает, я понял. Что я должен сделать? Не, настройки пока не могу менять. Тихо. Ну, они хорошо, что это боты. Что мне надо сделать? А, ждать. Просто ждать, я понял. Либо вот это обезвредить, ну, либо ждать. Все. Все, я выиграл. Так, дайте мне, пожалуйста, зайти. А, мы сейчас будем наоборот, да, походу играть. Но я бы хотел уже зайти в бой. Обучение, это все, конечно, круто, безусловно. Но я в целом представляю, что такое Rainbow Six Siege, потому что я играл в Area 2, и мало того, я играл в Rainbow Six Siege на ПК. Достаточно немало. Так, это мы как раз становимся защитниками. Защитники. Так, нужно укрепиться. Ага. Так, хорошо, давайте еще баррикадировать. Да хватит, все, готит. А, оператор, что это такое? Это улучшение или что? Playstrat on Dur Frame. А, я должен где-то что-то сделать. Вот, ловушечку. Ой, я не помню, как назывались. А, траппер назывался, по-моему. Или все могут такие ловушки сделать. Так, а тут у нас что? Все, ждем. О, все, ребята взорвались. Все, из. А тут у нас что? Enter Tactical Focus. Хорошо, я зашел в Tactical Focus. А, hold. И что это значит? Да. Вот и классные. А, это еще камера, да, точно, точно. Сканим. Да, и все, и мы должны видеть его. Вот он. Здрасте. Подожди, а холд это что? Это типа замедленный или что? Я не понял нифига. Что значит холд? Так, окей. Видимо, мы прошли первую обучалку. Ну, слушайте, пока неплохо. То есть визуально хорошо все. То есть как и в Area F2. Может быть, даже Area F2 в моей памяти немного более картонная была. Здесь как-то более все резко, что ли. Может, даже, не побоюсь этого слова, оптимизировано. Но не факт. Я хочу сразу же... О, понятненько, слэджи нам показывают. Здрасте. Бэм. Да, они другие. А в ПК, по-моему, не были такие мультяшные. Здесь какие-то фортнайтовские персонажи, как будто. Может, уже на ПК все изменили? О! Кейсики красивые. Конечно, сразу меня пытаются, чтобы я там что-то
Купил, естественно. Не, ну если игра выйдет, как бы, почему бы и нет когда-нибудь. Так, плей. Ну, они мне опять не дают ничего сделать. Старт, видите? Не, вот, ненавижу. Разработчики, научитесь уже давать игрокам возможность выбирать, что им делать. Я, конечно, понимаю, что вы считаете, что большинство игроков мобильных тупые, и вы их ведете за ручку, но это не так. Не, определенно очень много тупых, но при этом есть умные, они, мы не хотим вот идти. Я, например, графику бы захотел сейчас подкрутить повыше, или там управление себе поставить, какое мне надо. Но я не могу. Потому что что? Потому что, а вот еще мне ботов подыскал, смотри, Маффин, Бэт Чест, да ты что, Дог Вокер, Медиум Брейн, ну это прям вообще кринж, смотрите-ка. И Виногейн, Рекрут. Это ж ники, которые люди сделают, да? Не сосалец 228 там или какой-нибудь. Так, давайте мьюта возьмем. А что, я, как, у меня есть выбор как будто. Валькирия по-любому за донейт. Я еще и вот стикеры трачу, типа, на то, чтобы их вызвать. Хорошо, давайте. Мьют кидает всякие, по-моему, глушилки, которые глушат все, что можно. Типа, я могу поставить всякую хрень, чтобы они не могли там дрончиков своих отправлять, еще какие-то темы. Так, ну давай. А сюда я могу идти, все, хорош. Так, давай вот сюда поставим защиту. Так, что у меня из моих способностей? Так, давай-ка. Это, по-моему, C4. Вот что я должен ставить. Давай-ка. Хорош. Давайте, ребята, ну вы что? Так, ладно, давай вот отсюда они могут пойти. О, они уже здесь. Блин, я не могу стрелять, я не настроил ничего. Давай. Я ничего не успел настроить, давай-ка защитимся. Нас сейчас трахнут, 100%, да. Я по-любому тоже неправильно ставлю. Но мне пофиг. Сюда. Ой, я завис. Ё-моё, я дернул кабель. Так, я дернул немного кабель. Карта захвата говняной своей. Ну, давай, defend. Что там происходит вообще? Так, нашего уже одного убили. Или нокнули. Я слышу их. А, что я сделал? Ладно, хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп. Да ё-моё. Это ж по-любому бот. Ну что, он меня уже убил, бот. Здрасте. Я его замочил. Ты чё, какого стреляешь, дурик, что ли? Идём. Да стреляй, блин! Ой, ребят, настройки, конечно, топ вообще. Управление. Я пытаюсь стрелять. О, все, пострелял. Так, нормально. Сейчас затащим, я вижу. Одного убил. Все. Затащено. Не, ну очевидно, что это боты. Можно мне игроков? Пожалуйста. Ну прикольно, слушайте, динамично очень. Очень динамично это все выглядит. Блин, я пока даже, ну, не подумал, что это бета, альфа там какая-то. Ну, то есть хорошо, хорошо пока. Давайте, следжи, у нас другого варианта опять же нет. Continue. Меню. Сеттинг. А, все, я могу изменить все. Я наконец-то могу все поменять, все сделать. Давайте пока что так оставим. Graphics. Graphics, это что? Это field? А, ну график пока нельзя. Пока нельзя. Но у меня и так все, в принципе, неплохо. Я не успел начало. Ну и ладно. Наши ребята все нашли уже, в принципе. Я думаю, что вот, текстуры здесь некрасивые. Ну и ладно. Так. Смотрите, как я могу. А, не отмечаю. Смотрите, как я могу. Бам. На втором этаже, да? Ок. У меня есть хаешки. Я могу, знаете, что делать? Я помню за сладжа. Если здесь есть еще вариант выше зайти. Нет, походу, нет. Домой. О,
Защитка сработала. Нашего замочили. Блин, ну что делать? Замочил. Хорош. Воу-воу-воу. Брал. Все? Нет. Пойдемте в обход. Так, тут закрыли. А, это их как раз гасят. Так, все, я херачу, я вижу его. Ну пусть они там разбираются, это же боты все равно. Что он сделает, интересно? Да, все хорош. Nice. Хорошо, хорошо. Ну, надеюсь, в следующий раунд уж мне дадут что-нибудь сделать. Вот он. Вот он, MVP этого раунда. Рекрут. А, рекрут, это я. Рекрут. Слушайте, ну это нормально. Это мне прям нравится. Кого-то мне другого дают. Точнее, не другого, пару. Дают всегда атакующего и дают всегда защищающего. Ну, я не знаю, кто это такие. Атакер. Просто рекруты. Обычные солдаты. Тут есть обычные, у которых нет способности, как я понимаю. Так, ну давайте ими сделаем. Теперь нас уже отпустили в мир забирать какие-то награды. Русского языка в игре, конечно, пока что нет. И не знаю, когда будет. Но можно хотя бы... Спасибо, что не китайский, да, язык. В целом, можно разобраться, да. Первым делом залетим в графику. Могу ли я ее менять? Авто, хайт, медиум, ультра. Ну, давайте на ультра поставим. Так, ну что, вот они оперативники. Значит, слэдшот, атакующий и дефенс есть у меня. Это те, кого я смогу разблокировать. То есть у меня пока что все заблокированы. Есть только тикеты, где я могу их вызывать. Ну, как мы видим, тут достаточно много их. Эш, бандит. Я уже не всех помню. Кавейра. Кавьера, она может допрашивать противников. То есть, если она нокнутого, допустим, врага, может допросить, и он покажет местонахождение всех остальных. Глаз это... Не... А, это снайпер, да. Хибана, не помню, если честно, что она делает. Давно уже не было. Джаггер, всякие там примочки у него. А есть пульс. Рук это с щитом. Есть пульс. Тут есть такой чувак. Вот термит, он прожигает вот эти металлические стены, насколько я помню. Твич тоже что-то связано с электроникой. Валькирию даже не помню. Ну, Следжа мы знаем. То есть, короче, нету пока пульса. Многих нет. Ребяток, они либо появятся потом, либо... Ну, наверное, появятся потом. Пульс прикольный чел. У него, типа, ВХ-шная такая по компуктеру есть. Ну что, у нас Battle Pass. Пока что-то мы можем забрать. Я так понял, он для всех бесплатный, что ли? Или нет? Так а чё, вы же... А, типа скины. Вот, он мне дает Кибану, Ягера, Бандита, Эш. То есть, слушай, это хорошо. Мне даются вот эти купоны на использование. Ну это по-человечески хотя бы, чтобы я их не покупал там, типа. Сажа, рука дали. Нормально. Не, оформление игры тоже бомбезное. Я давным-давно играл в Rainbow Six Siege на ПК. Не помню как там, но там тоже было классно. Ну, теперь я хотя бы могу понять, почему разрабы решили сразу в зачатке уничтожить Area 2. Потому что увидели реального конкурента, и раз у них были какие-то планы сделать свою версию игры, то... Хотя тогда они говорили, что у них нет таких планов тоже. Ну, и мне прицельчик выписали. То есть дальше, в принципе, нам то же самое дают. То есть тут нет платного, как я понял. Ты просто играешь и получаешь. Пока что временно. Ладненько, надо... Давайте, все, поиграем уже, пойдем. Такс, ну что, поехали. Будем очень надеяться, что сейчас с нами игроки попадутся, а не ботяры. Я настроил под себя управление. Надеюсь, что мне будет удобно играть. Сейчас посмотрим со временем. Так, я третий пикаю. Блин, забрали. Ну, за Следжа, наверное, Хибана. Что делает Хибана? Я не помню. Ну, видимо... А, так я выбрал или нет? Я выбрал. Хорошо. Хибана что-то делает. Я не помню, что. Мы сейчас разберемся.
И посмотрим. Ну, какие-то примочки бросает им ловушки. Хотя мы атакующая сторона. Главное, что с нами термит, ребят. Термит — это мощь. Все, поехали. Так, давайте, давайте. Нам даже подсвечивают точки интереса, где мы можем быть. Оп, что-то я пока... Так, бомб фаунд, это не я, хорошо. Ну, сейчас можно сканить, да, побольше. Оп-оп-оп, сейчас стрелять будут. Оп-оп-оп-оп-оп. Надо определить всех их оперативников в идеале, чтобы мы... Чтобы мы могли понять, против кого воюем. Ну и в идеале, как бы, прикидывать, так? Ну я прям сейчас не вижу, кто против нас. Рук против нас. Оп, меня убили, но я успел. Хорошо, пойдемте, знаете куда? Пойдемте сюда. Все еще не помню, что делает Хибана, блин. Давай-ка. Ломайся. Ну, вон они уже видно. Что они здесь. Я подсвечиваю. Вон оно как работает. Оп, тихо. А что я делаю? Я не могу просто стрелять. Замочил. Я начал стрелять какой-то хренью. Быстро раскидали мы их что-то. По-любому в начале, до достижения какого-то ранга, постоянно будут попадаться исключительно боты. Я думаю, что так. С Джаггер, блин, не помню никого, ребят. Ну давайте я выберу тогда. Давайте Смока выберем. Он кидает вот эти ядовитые газовые гранаты. То есть ловушки. А, и щит может, да, сделать. Давайте-ка защитимся. А, я понял, прошу прощения. Мне наоборот надо. Не, а я не могу их защищать, понял. Так, давайте поставим. Они же сверху еще пойдут. Обязательно. Они сразу активируются или нет, вопрос? По-моему, сразу. Да. Что-то не взорвался. Слышу. Дом. Я лоханулся своими бомбами. Так, с другой стороны пошли. Слышу. Видимо, кто-то один здесь пошел. Слышу. Тихо. Здрасте. Бомба вот моя. Вот откуда он. Здрасте. Так, как камеры смотреть? Вот как камеры смотреть. Так, это у нас, да, опять? А, мы выиграли, ясно. Ну, здесь я зарешал в начале. Пару чуваков замочил. Блин, я хочу еще раз сыграть. Что-то мне... Я не разыгрался. Игра, ну, вот, блин, мне прям нравится. Хорошо все. Все быстренько, резвенько. У меня FPS-ик прям четенький. Графончик на уровне. Ну, тяжело говорить, ребят. О, это опять я. Тяжело говорить, ребят, про... оптимизацию, потому что в целом я с хорошего телефона играю. Ну, Undown игра считает, что этот телефон говно у меня. Но вот эта игра считает, что у меня все нормально. Градусы, как вы видите, 43 даже. Так, play again. Давайте сразу сыграем play again, чтобы не было долго. Ну, я думаю, last сыграем каточку сейчас в этот раз. Но я вот эту тему бы даже постримил на самом деле, что, ну, прикольно.
выглядит очень все хорошо. Я надеюсь, что при дальнейшей раскачке персонажа будет больше игроков. Так и будет, так и должно быть. Что касается, когда это все закончится, до какого вот эта открытая бета будет, понятия тоже не имею. Не знаю, ребят. Но надеюсь, что подольше она останется. Что прям интересно. Так, я второй пикаю. Ну, давайте поинтереснее сделаем. Блин, кого? Давайте термита. Или это не термит? Не, термит у нас слева. Я не термит, ни хрена. Я электроловушечник какой-то в атаке. У меня вообще даже нет термита, наверное. Так, поехали. По-быстренькому сделаем все, что надо. Здорово, пацаны. Ой, что-то я не туда пошел. Да что ж такое? Нашли. В идеале бы куда-нибудь встать без палева. И потом их определять, поняли, да? Тихо. Че, не стал меня добивать? Хорош. Есть одна тема интересная. Сейчас я вам покажу. Ой, что я делаю? Сейчас я вам покажу, что за тема интересная есть. Смотри-ка. Оп. Нет. Во, смотри. Оп. Парни, здрасте. Нет. Здрасте. Все, понял. И вот мы их отметили всех. Но это в идеале делать командой, когда кто-то отмечает, вы сразу на простреле можете набить. Что вот это такое? О, пинг. Тихо. Что это дает? Посмотрим. Я что-то сделал. Вылезал кавера, кстати. Хотела допросить кого-то. Тихо. Да, Экспинг, здрасте, что такое? Нет, ботяра же видно. Хотел ножом его убить, но чуть не получилось. Так, защитки, Валькирия. Давайте попробуем Валькирию. Так, что бы она не могла делать, нужно защититься. Уничтожил одну. Домой. Reload. Что вот это такое, я не знаю. Ну давай посмотрим. Это типа Black Eye, типа он смотрит, следит за чем-то. Cam in position. The enemy thinks they can defuse our bombs. Я хз. Давайте здесь стоять. Что, с другой стороны, что ли? Оп, вижу. Тихо. Да доведись! Дом. Что мой шарик дает, я даже не понял. Сверху залетели. Получается, домой. Че, все, опять выиграл? Ну быстро все. Но опять же, враги слабые очень. Скорее всего, боты. Либо очень новенькие игрочки, которые прям вообще, типа, не шарят, что делать. Ну что ж, ребят. Пока что, мое мнение, очень хорошо все. Враги нужны только настоящие, чтобы было сложнее, действительно. Ну, может быть, вначале специально так делается, чтобы, ну, как бы все попривыкли малость. Но, тем не менее. То есть игра визуально выглядит вменяемо. Что будет дальше, посмотрим.
как бы качественный шутер. То есть, в принципе, может занять свою какую-то твердую позицию и, наверное, займет, потому что Rainbow Six Siege в целом, она сама по себе такая уникальная. То есть, когда она создалась, сейчас, может быть, есть по-любому какие-то клоны, скорее всего, даже на ПК, я о них не знаю. Но, тем не менее, вот, можно это все еще собрать, я соберу потом, чтобы время сейчас не тратить. Но вы ставьте лайк, пишите в комментарии, что там вообще, хотели бы вы еще видосиков по этой игре, я бы, наверное, ну, я поснимал бы для вас что-нибудь. Так, а что это за фидбэк? Все понятно, спасибо. Короче, все. С вас лайк, подписка. Приходите в Телеграм, скачивайте, там ссылочка будет. Подписывайтесь также, оставляйте, оставайтесь там. Все, всех обнял, поцеловал, пока.